И последнее, что мне хотелось бы сказать в этом контексте. Любой сомневающийся в курсе президента, правительства или любой человек, который имеет свои жизненные планы, вправе обратиться ко мне с заявлением. Но это нужно делать открыто. А вот любую безответственную болтовню мне придется пресекать. И я буду принимать все необходимые решения вплоть до 7 мая следующего года. Я надеюсь, это всем понятно. А теперь на этой мажорной ноте можем перейти к основной повестке дня.